А что такое смарт-педикюр? Вот я пришла делать смарт-педикюр. Передо мной Виктория. Расскажи, пожалуйста, чем отличается от обычного педикюра? От обычного педикюра заключается тем, что самая низкая себестоимость самого этого процесса. Используется всего лишь два вот таких вот диска. Смарт-педикюр называется он. Вот. Это размер S-очка, и также мы будем использовать размер L-очку. Особенность заключается в том, что сам педикюр, после того, как он проводится, сохраняется намного дольше, нежели если бы мы здесь проходили пилкой или использовали там колпачки. Вот у меня ужасные трещины, вот как вы видите. Вот сколько я делаю... Обычной пилкой через 3 дня у меня цепляется за палас. А вот здесь вот мы раскрываем, да? Мы раскрываем вот эти маленькие, щели и большие вот таким маленьким. А потом будем сглаживать их. Работать будем 2 абразивами. Сейчас мы работаем абразивом 80-м. Потом будем сглаживать 180 и 320. 320 это как полировщик. Ножки будут гладкие, как у младенца. Мы уже попилили ногти, да? Под гель мы делали. Угу. Брали кутикулу. Вычищаем. Ну все, наш педикюр готов. Вот что у нас с пяткой получилось. Все трещинки у нас убрались с этой стороны. С этой стороны. Видите, это глубокие трещины, которые были. Вот кожа вся убралась на них. И за палас у меня цепляться теперь ничего не будет. Вот это вот все у нас зарастет. И вот такой вот получился цвет у нас. Все, я очень довольна. Спасибо, Вике. Пожалуйста.